Жители дома по улице Комарова буквально собственными телами встали на защиту деревьев в своем дворе. Еще прошлой осенью им сказали, что здесь будет строиться новый торговый центр. Я проживаю в этом доме уже 30 лет. У нас здесь есть озеленение. Эти озеленения сказали, что идут все под снос. Вот на сегодняшний день пришел тот момент, когда начали спиливать у нас тут деревья. В конце октября прошлого года территория вокруг дома была огорожена металлическим забором. Изначально людям сказали, что здесь будут расширять дорогу. Но через некоторое время жильцы узнали, что земля была куплена неким предпринимателем под застройку. Обращались в госадминистрацию, документы у них всех есть на руках, разрешения всех. Свет тут нам сносят, переделывают, как им надо. Ведется уже работа, но пришел ответ письма, в котором было написано, что пока это общество этого Бегудок не встретится с жильцами дома, работа не должна никакая вестись. Жильцы говорят, на все их просьбы о встрече застройщик отвечает отказом, ссылаясь на занятость. Деревья они сажали сами, к тому же в летнюю жару они хорошо спасают от солнца. В госадминистрации объясняют, тополя в любом случае бы спилили, их высота составляет уже более 18 метров. Они угрожают и зданию, и самим горожанам. Было принято решение управлением городского хозяйства города Тирасполя о сносе данных зеленых насаждений с высадкой новых зеленых насаждений после строительства торгового комплекса в районе жилого дома Комарова 19. К тому же директору фирмы «Бегудок» были поставлены условия по благоустройству территории двора. По проекту здесь должна будет появиться детская площадка, тротуарная плитка. Предприниматель также согласился на условия города по расширению проезжей части. В госадминистрации говорят, для того, чтобы успокоить жильцов дома, застройщику настоятельно будут рекомендовать все же встретиться с горожанами и объяснить, что планируется строить. Денис Кириллов, Александр Богатый, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.